Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Сегодня мы с вами разберем, вернее, я вам покажу непосредственно, да, к примеру, надувник, да, и как удобно, там, скажем, крыло закрепить и уже с ним работать непосредственно, да. Вот, как бы, надувник, полукруг по мереже, да, надувник называется. Тут у меня просверлено отверстие. Да, мы просто вставляем в отверстие шнур Denline, да, вставили этот шнур и сюда как бы заводим, где уже будет садиться, где я буду садить крыло, да, буду садить крыло, и сюда уже вплетаем. На канале есть, показаны уроки, как вплетать, да, как делать петли на шнуре Denline. И то есть вот непосредственно уже потом вплетаем сюда, оплетаем, и будет держаться уже крыло. Пойдет уже крыло. Кто вновь появился на канале, следите за новостями. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы всегда приходили уведомления вам в первую очередь. И смотрели какие-то моменты, какие-то секреты изготовления рыболовных сетей и рыболовных мереж. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня и удачи.